конце июля на этой автозаправочной станции на Каширском шоссе уже побывали сотрудники отдела рекламы администрации Ленинского района. Множество рекламных растяжек, афишных стендов, штендеров были размещены здесь без всякой разрешительной документации. Два месяца назад данной организации было выписано предписание на устранение этих недостатков. Недостатки не устранены, в связи с чем и проводится демонтаж данных информационных материалов. Рекламные конструкции не только подлежат демонтажу, но и изымаются у недобросовестных предпринимателей. Осознавая это, местные работники сами начали откручивать шурупы, снимая вывески. Все же каждая стоит немалых денег. За свою нерадивость собственнику автозаправки придется также заплатить штраф. А в случае, если незаконные рекламные конструкции появятся здесь вновь, меры наказания будут усилены. Эта рекламная конструкция тоже подлежит демонтажу. Правда, не сразу понятно, что же предлагает Мария. Наведался госадмтехнадзор и в магазинчик, торгующий армянскими продуктами питания, находящийся по соседству с заправочной станцией. Хозяина в момент прихода незваных гостей не оказалось. Продавец внятно объяснить, имеются ли документы, не смог. В итоге на имя собственника было выписано уведомление. Уже завтра тот должен явиться в территориальный отдел госадмтехнадзора. Если не приедет, что будет? Мы в его отсутствии будем составлять материалы. Сделаем запрос в администрацию. Выдавалось данному собственнику, хозяйственному субъекту, информационное разрешение на размещение информационных средств. После получения ответа, если не выдавалось, уже, соответственно, составляем опять же материалы, возбуждаем административные дела. Как сказал заместитель начальника 25-го отдела госадмтехнадзора по Московской области Максим Шмелев, собственники в последнее время все чаще стараются соблюдать закон и оформлять установку рекламных конструкций. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.